Кому нужны бриллианты, а? Друг? Сможем ли мы сохранить крышу над головой? Найдем себе работу. А если бы мы занялись своим делом, мы только селедку и знаем. Именно. Это лишь начало. Сейчас все это стоит 249-146 фунтов. Я уже потратил эти чертовы шиллинги. Теперь это наш дом. Добро пожаловать в Хардинг. Мне отсюда не выбраться. Теперь это наш дом. Добро пожаловать в Хардинг-Холл. Вам бы познакомиться поближе. Ваш акцент. Не могу понять, откуда он. Это йоркширский, милая. Вы в нем живете. Скажу, что тут не все есть. Джентльмен обычно сам себя обслуживает, сэр. Я выпью еще чаю и съем тост. И еще одну из этих копченых сельдей. Чем джентльмен занимается в наши дни? В основном читает газеты и болтает чепуху. Сэм, дай ей шанс, милый. Вуаля. Я не понимаю. Что привлекательного в болезненном виде? Пусть носит сколько угодно модных платьев, но под ними она все равно простая рыбачка. Всю жизнь со мной обращались как с грязью. Не хочу, чтобы так же относились к нашим детям. Вы так думаете? Мы, Хардейкры. А вы можете звать меня мамой.